Декілька тижнів карантину не могли не відкласти свій слід на нашому психологічному стані, адже кожного дня ми чуємо низку лячних новин про коронавірус з усіх можливих джерел. Гострим є питання, як не піддатися загальній паніці та зберегти внутрішній спокій. Зараз багато людей жалуються на те, що з їх станом відбувається щось не так. Тревога, внутреннее беспокойство, состояние паники, бессонница – это все сигналы того, что человек находится в состоянии стресса. Для того, чтобы справиться с этим состоянием, нужно понимать, каковы же причины того и что происходит на самом деле в тех условиях, в которых мы находимся. Якою же є симптоматика тривоги? Фізичні прояви – це прискорене серцебиття, запаморочення, головний біль, втрата апетиту. Психічні – нервове напруження, неможливість розслабитися, турбота, безсоння. Однією з причин такого стану може стати сенсорний голод. Що таке сенсорний голод? Це голод по впечатленням. Кожен день, виходя на работу, занимаясь какими-то делами, привычными для нас, мы получаем эмоции. Сейчас в состоянии изоляции мы этих эмоций лишены и очень сильно испытываем голод по тем эмоциям, которые мы испытывали ежедневно. Это первая причина такого состояния апатии и беспокойства, потому что мы выброшены из привычного для нас уклада и ритма жизни. Перше, що можна зробити, це обмежити вплив джерел негативних новин. Без сумніву, важливо знати, як можна оберегти себе під час світового спалаху коронавірусу. Однак варто довіряти тільки офіційним представникам організації з питань охорони здоров'я та перевіреним медіа. Інформаційний детокс. В условиях изоляции мы сейчас что делаем? Включаем новости, многие из нас, и смотрят с утра и до вечера новости, наполняясь тем самым негативной информацией. Так вот, новости нужно получать дозированно. И если это та информация, которая мешает, то ее нужно, конечно же, убрать. И лучше сосредоточить свое внимание на тех новостях и на той информации, которая не заряжает негативом, а наоборот, наполняет, вдохновляет, расслабляет. Поэтому расслабляющие фильмы, приятные передачи, созерцание природы – это как раз те рецепты, которые тоже здесь уместны. Еще одна из причин – это стан несвідомості та невизначеності. Так устроены мы, что нам очень важно и нужно понимать, что мы делаем, для чего мы делаем, для того, чтобы планировать и контролировать. Планировать сейчас в этой ситуации невозможно, контролировать тем более. И поэтому такая ситуация, когда мы не можем контролировать то, что раньше контролировали, выбивает тоже нас из колеи. Третья причина, яка хвилює нас зараз, це питання фінансової нестабільності. Это та причина, по которой мы находимся сейчас в состоянии потери безопасности. И финансовый вопрос – это то, на что мы тоже не можем повлиять. Это вызывает, конечно же, тревогу и состояние беспокойства. Щодо втрати безпеки, то це та сама втрата внутрішньої опори. Спробуйте знайти в собі ті якості, на які ви можете зараз спертися. Увізьміть аркуш паперу та випишіть свої сильні сторони, які раніше допомагали вам бути сильним. Второе. Як справитися зі страхом неізвісності? Ну, нужно вспомнить, что делают дети, когда им страшно. Когда им страшно, они прячутся за своих родителей или прячутся в шкафы, под диваны, строят себе какие-то укромные места, куда можно запрятаться и ощутить себя безопасно и побороть свой страх. Спробуйте просту, але ефективну техніку малювання хатинок, адже підсвідомо ми шукаємо захисту та укриття. Нужно брать цветные карандаши, рисовать домики, строить, лепить, конструировать. Для нашего подсознательного это очень хорошая такая опора для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Щодо браку емоцій та вражень, наше тіло, стан та розум знаходяться у нерозривному зв'язку. Якщо ми починаємо мислити негативно, то це миттєво відображується на нашому стані, а відповідно страждає наше тіло. Можна зайти з обратної сторони і повлияти на состояние через тіло. Тобто, дать телу физическую нагрузку, почувствовать, что оно хочет, услышать его потребности тела и дать ему это. Поэтому здесь физические нагрузки как раз тот волшебный рецепт, который поможет стабилизировать свое внутреннее эмоциональное состояние. Отже, намагайтеся тримати себе у тонусі. Фізичні вправи або розслабляюча йога будуть як ніколи доречні. Следующий момент, как получить удовольствие. Это те дела, которые вдохновляют. Советую тут тоже взять ручку, листик и написать, составить список дел, которые меня вдохновляют. Сюда могут войти те дела, которыми вы, например, не занимались раньше. Можно рисовать,
читать те книги, которые раньше не читали. Можно вышивать. Творчество – это как раз то, что вдохновляет особенно женщин, потому что вязание, рисование, вышивка, все то, что мы делаем руками, помогает нам слить напряжение с тела, перенаправить, и вязание, вышивание – это сродни медитации, когда мы погружаемся в свое состояние и расслабляемся. Також слід відмовитися від шкідливих звичок. Постарайтеся хоча б тимчасово не вживати алкоголь, сигарети, психостимулюючі речовини. І найголовніше – оточіть себе приємним спілкуванням. Зателефонуйте родичам та друзям. Поділіться з ними своїми почуттями. Важно пам'ятати о том, сейчас, что на саму ситуацию мы повлиять не в силах, но в наших силах повлиять на свое состояние и обуздать те реакции страха, которые могут нам помешать быть в состоянии спокойствия внутри себя. Ксения Переверзева, Наталя Маленко для программы «Новин».